21. Давайте до 21, да, реально. Там скилл решает. Давайте. Давайте. Я готов. 6.67, да. 6.67, да. Жестко. Чё, давайте. Раз, все, два, три. Блять, я не раздулся. Блядь, я лопатый промо. Че, пацаны, готовы мне 20 тысяч отдать, да? А че кушать? Я все фонари вылез. Не туда поехал, не туда. Это дрифчу, блядь. А, меня все залокало нафиг. До свидания. Вы там уже жопу дышите. А опять меня залагало. А все, у меня кум говно. А, ты меня уже догнал, спасибо. Еще раз пролагала. Боком. Все, улетел нафиг. Спасибо. Еще этот, блядь, белая ешка появится мне жопа. Меня тупо пролагало, блядь, догнали. Заебись. Меня еще снимает. 3 километра. Есть шанс, что сейчас. Блядь! Долбою, блять, на развозчике вина, который срезает. Просто мудила. Блять, у меня залагало, я вот чисто поленил. Просто мудила, а? Я и так пытаюсь чисто по линии, я просто туда свернул. Я подбал! Нет! А мне залагало, ты пахнулся вперед. А я так. Пацаны, сколько километров осталось? 2. Я так тебе жестко обогнал. Нормально, мне 3.75 ехать. Я так тебя жестко обогнал, а то мне пролагало, а ты пахнулся. Нормально, я поехал не подрезай. 6 километров, а вообще 8, но. Не подрезай. Ты меня подрезал. Ай. Нет, я вообще первый ехал, ты меня не обгонял. И мог ты улетел? До свидания. Нет, стой! 900 метров, 800, 700, 600. Да, ясно, короче. Давайте заново заедем. 20 тысяч на базу. Давайте заново заедем, но. Да все. Смысле, я, блин, свернул вместо 6.8 поехал. Все, я приехал. По кайфу, да? Ебой. Давайте от этой же заправки куда-нибудь. Need for Speed. Все, 20 тысяч, пацаны, переводим. А потом едем. Да какие 20 тысяч, я тебе говорю, я вместо 6.8 поехал. Мне плохо. Я вообще вначале не раздулся. Все, пацаны, по 20 тысяч скинулись. Отсосал? Давай по 20. Какие 20? По 20, говорит, тысяч скинулись. Ну, по 20. Играли, да, на 10, говорит, по 20. В смысле на 10? Ты говорил по 20. Мы на 10 ехали, так. Ой, я нашел прям прикольный. Давай маршрут. По 10, ничего. То есть, давай какой? Вот где, вот прям посередине, где первая заправка, под первой заправкой, там мотоцикл такой нарисовал. Это на Челябе. Вот первый. Челябе? Да ну нахер, нет, мы туда не поедем. Да. Это давай, короче, ехать. Знаешь куда? Это жестко, ну прикольно. Давайте до мультибренда. Не, давай на горку, рили. Мультибренда это назад ехать, зачем? Давай на 2. Мультибренд там при. Ты на Челябе хочешь, на туре? Да, давай на Челябе. Только 10 тысяч у меня должны выпустить. Там ничего не там. Там, короче, типа мне показывают прям дорогу, типа она такая волнуется. Ну прикольно. Да ну нахер, пацаны, вы гоните, мы. Поехали. Поехали. Сфотаемся там. Давай выйдем на дорогу, давай сюда на дорогу выйдем. Как клоун-то, ебать, я вышел, давай. Смотри, какие-то клоуны дернули, но. Давай. Раз, два, три. Ты ошибись, на 2 поехал. Я на 3 поехал. На 2 поехал. Ой, если не спиздить. Чтоб тебе извозчик в лоб попал. Спасибо за подрезал. Как ты так делаешь, ебать? Ты меня подрезал. Спасибо. Да я не вижу, что у него сзади происходит. Спасибо, я третий еду. Пацаны, спасибо. Кот-то мы очень громкая клавиатура, красавчик. А меня просто боком носит на этой тачке. Это у меня, я потею. Я короче, последний приехал. Блять, что за уебищная дорога? Я прям потихоньку еду, чтобы не слететь нахуй. А я боком еду. Всю дорогу. Блять, ух, ебать, чуть не слетел. Тапку в пол давай. Тапку в пол, он сейчас сдует. Кто не сыпь, это вот эта вот дорога на Челябе? Ауф. Да. Да.
Я тупо во всех поворотах притормаживаю. Интересно, кто-то с горы сегодня снимет или нет? Блядь. Паша, дикарка, гампон. Блядь, пизда. Ты сука. Я задом поеду, блядь. Есть и второй вырвался, так. Все, пиздец. Тачка за полтора лимона. Я в тоннеле... Я в тоннеле развалился. Красавчик. Я по мосту еду, все, тапка в пол. А, вот догнал. Там птицу сбил. Я в тоннельник проехал, я въебался в него. Я тоже. Как там можно в тоннеле? В смысле, алло, здесь вообще дороги нету, пацаны. Есть. А? Гребаный пенёк. Паша, а ты не прихерел ли? Слышь, всё. Чё? Минус 20 тысяч. В смысле твои? Минус 20? Ты какого хера по горе-то поехал, а не по дороге? Я по дороге еду, здрасте. Там какой дорога ты была? Дороге-то едешь? Там дорога была, ты чё не видел? Как кого нахуй была, Бол? Вообще-то у нас вот метка, блядь, по дороге прям стоит. Ты вообще хер понял, где поехал? Я по дороге поехал. Блядь, это я по дороге ехал, а ты хер по ней как поехал? Я по дороге поехал, ты что, не видел? Могу показать. Блядь. Да не ссы, сейчас отсюда ты, очень ты прям... эпично можно свалиться. Ты прям слева от меня ехал, четко слева. Я ехал ровно вот по проложенной дороге, которая у меня по карте идет. А ты хер по ней где ехал? Я в тупик заехал. Блядь, здесь невозможно кого-то обогнать вообще. Нет, реально. Долбанный третий форсаж, нахуй. Токийский дрифт. Да хуй поймешь, я куда еду, я так делю дорогу туда еду. Стой! Минус Паша! Да? А вот и Паша, походу, проебал. Это так выглядит. Он еще машину переворачивает, она у него прям с горы катится. Блять, я второй раз не выехал, пацаны. Ну все, до свидания. Просто до свидания. Да и все равно ехай на гору, мы сейчас там сфотаемся. Да просто Макс, до свидания. До свидули. Че, упал кто-то? Ну я почти упал, я думал, все, до свидания, поэтому сказал до свидания. Я перед самим финишем срал, да ладно. Все, Макс, я приехал. Блять, чуть там нахуй не сказал до свидания, блядь. Пацаны, я вниз скатываюсь. Че? Поднимайся наверх к нам. Скатился, блядь. А зачем скатывался? Не знаю. ГТР не тянет на горку. Да ну нахер, ага. И реально. А ты не в прошлый раз, чё помнишь, говорил, до ГТР валит в гору, ты чё? Я тут на БМВ на свой поднимался. Мне кажется, кто-то на меня надурился, то, что он авто. Ты хочешь заедь, проверь. Блядь. А, ты вон? Макс, ех сюда. Блять, начал проезжать, въебался в одну перилу. Ну, отъехал, начал проезжать, въебался во вторую перилу. О, нихуя. Паш, ты чё? Ой. О, вон. Чё, пацаны, гонки на желание? Давайте так потом чё? Там быстрее. Вы мне должны, короче, 20 тысяч. Ну, по 10. По 10. Мне тоже десятку должен тут. Две десятки. Вася получил. Никто тебе не должен, мы отменили тут заезд, потому что я поехал не туда, куда надо. А мне типа не нравится, что я слетел. Я тоже не поехал туда, куда мне надо. Макс, убавь фары чуть-чуть, а. Вот, вот так вот сделай. Проще. Чё, куда? Полукругом вставай. Полукругом. Давайте на заправку 22. Давай сначала лучше вниз спустимся, потом поедем. Не, давай сюда дороги. На заправку 22. Не, давайте не 22, давайте на заправку 8, вот. Блядь, сигналка заработала. Давай. Ты там фотоешь. Нас. А встань. F9 нажми. Паша, встань нормально. А, боже.
К бамперу встань к моему, ёб твою мать. Паша. Так некрасиво. Во. Я сейчас Пашу обрежу нахер. А как опустить камеру? На этот. Альт, по-моему, или Ctrl. А, да. Чё, поехали на 8-ю заправку? Если я сейчас встану к бамперу, я слечу нахер. Ты... Ой, блядь, идите нахер. Блядь. Говорю, Паша, встань назад чуть-чуть. Нет, блядь. Я слечу нахер, говорю. Там видел? Обвал. Нормально вообще было? Ты сейчас что-то... Как бы вот так вот бочком встать чуть-чуть. Поехали вы наверх, вот тут лучше. Ой, блядь. Я, блин, долбоёбый. Я застрял. Тупо мне его. Капец, Марс по горам валит. Дай боже, нахуй. Хотите прикол? Давай. Смотрите, что я делаю, блядь. Велосипед? Нет. Угадайте, почему я пешком бегу. Я не могу авто убить. А? Камера. Марс упал. Нет. Я бы мог вот это поехать. У меня бензин кончился. Чё, давай гонку до 8-й заправки. Чувак, наделись-то, блядь. Давай ты-то быстрее вниз пойдут, блядь. До какой? До 8-й заправки? Да. Насколько ты хочешь заехать? Просто. Мне нравится, мы до заправки уже едем. Просто. Едем строго по дороге, никуда не слетаем. Окей, ладно. Ну да, ладно, давай как хочешь, ладно. Давай. Похер. Макс, садись ко мне. Сейчас погоди, скриншот за. Давай, раз, два. Бля, подожди, не пристегнулся. О, все. Нет, все. О, все. Ай-яй-яй-яй-яй, что я делаю? Ух, ебать, нихуя, все пизда. Боком. Вот пизда твоя машина. Как я еще не взорвался? Нихуя он полетел. Ловите капот внизу. А где? Блять, если он первый выйдет на дорогу, то это все. Блин. Давай, езжай, езжай, езжай. Я промахнулся с соснами. Ой, четко, блять, не четко. Сука. Надо было по дороге ехать, а не как хочешь. Я тебе говорил. Ты где там едешь? А, ты сзади. Ну, в принципе, как всегда. Блять. Серьезно. Давай, прыжок веры, надежды. Давай, разгоняйся вот здесь. Я на сосну залетел сверху. Да ёк твою мать. Давай, 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 ГТР, давай. Блядь, вот это я бы представил, как бы в жизни яйки сжали. Блядь, камень. Ну всё, внутрь. Сука, перевернись, гнида ебучая, блядь. Давай, давай, давай. Блядь. Куда ты? Поехали, 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 поехали. Разъебись, я же говорил нахуй на дорогу выйти. Все, пизда. Блять, стоп. А хп-то немного. Блять, дебил на Шкоде. Куда едешь? Я с Японии, мне можно по левой полосе ехать. Я надеюсь, вы не поехали другой дорогой. И вы едете за мной. А то я не спеша поворачиваю так. Сейчас, блядь, просто выезжаю на шоссе, и тут ешка просто вью. Так, это... Фух. Я уже там сзади что-то белое засветилось и думал, это ешка летит. Я офигею, если вы первый приедете. Это будет точно нереально. Че, он сколько пишет? Мы тебя уже погнали давно. Ну я, в принципе, уже на заправке. Извините, денег никому не будет, у меня сейчас деньги на бензин идут. А че, пацаны, вы опять просрали? Я сейчас его задавлю, и мне похер, что я за ДП 5 минут сижу.
Я могу ее. Блядь. Че, упал? Он подкаст сделал. Ну все, пацаны, с вас 30 тысяч в борсе. Ты съебался? Ой, скриншот сочный. Блядь. Ну нахуй. Долбоёб! Я просто слышу этот голос. Ой, и Ешка сзади горит. Блин, я после такого надо по-любому покумарить, короче. Пацаны, с вас жду 30. Да я не хотел, мудак! Точнее, это специальность. Пожил, ебать. Пацаны. Деньги. Давай, блядь, один на один и голову. Пошел нахер своими деньгами. Короче, завтра вы увидите это все на своем канале. На моем канале все. Вас будет писать хейтеры. Бля, еще один раз уебешь и не писа. Короче, пацаны, вы поняли, что GTA валит. Главное не какая тачка, а главное прокладка между рулем и сиденьем. Надежная такая, да? Я еще ребенком здесь гонял. Там впереди через 400 метров будет. Да иди на хермас. Ой, она горит. Блять, у меня мэр сгонит. Туши нахуй. Японцы делают вещи, Марс не валит. Он горит, ебать. И японцы делают вещи, особенно Nissan, GTR, Skyline. А Мерседесы горят, да? Мерседесы говно, да. Не взрывается, как батарейки. Макс, у тебя тоже Мерседес загорел? Да. Короче, да заправки, лайк, или? Коммент, если вам понравились данные гонки. В следующий раз будут гонки на желание. Да? Че, пацаны, готовы желание делать? Конечно. Ну все, 10 лайков, гонки на желание пошли. Все, амиго, хвала, до свидания, пока.